Многие люди уже сейчас интересуются, что должно быть на столе в Новый год быка. Они желают заранее подготовиться к встрече нового покровителя, чтобы буквально с первых минут понравиться будущему тотему. Ублажить хозяина наступающего года – это новогодняя традиция и обязанность каждой хозяйки. Желая, чтобы следующий год был успешным и счастливым для всей семьи, важно учитывать предпочтения металлического быка как символа нового 2021 года по восточному гороскопу. Одним из главных условий благосклонности быка является правильно накрытый стол. Очень важно знать, что нельзя готовить на Новый год, чтобы не рассердить и не обидеть хозяина года. У большинства людей наверняка имеется целый список любимых новогодних блюд. Замечательно, когда есть и какие-то фирменные семейные рецепты. Однако далеко не все блюда можно готовить на Новый год 2021. В год металлического быка новогодний стол должен быть разнообразным и очень вкусным. При этом важно знать, что нельзя готовить на Новый год. Как утверждают знатоки китайской мифологии, при встрече 2021 года лучше воздержаться от блюд, содержащих говяжье или телячье мясо. Хозяину года не понравится, когда в еду используют мясо его соплеменников. Блюда из говяжьего фарша, из говядины и телятины, заливное и холодец из этих сортов мяса, паштеты из телячьей или говяжьей печени, десерты с добавлением желатина – это готовить нежелательно. Не удивляйтесь запрету на использование желатина. Возможно, вы просто забыли о том, что желатин – это результат процесса переработки костей, принадлежащих крупному рогатому скоту. Зная этот факт, нельзя не признать, что данный ингредиент в новогоднем меню просто недопустим. Однако это не значит, что и сам холодец нельзя готовить в новый 2021 год. Поскольку холодец можно сварить из свиных ножек или из куриных субпродуктов. В десертах желатин можно заменить агар-агаром или пектином. Это растительные аналоги желатина. В принципе, бык в еде не привередлив, поэтому какие-то заморские деликатесы ему не нужны. Наоборот, он любит простые, но вкусные блюда, а также зелень и свежие овощи. На новогодний стол не стоит ставить много алкоголя. Откажитесь от крепких спиртных напитков, поскольку металлический бык не уважает людей, злоупотребляющих алкоголем. Встречая Новый год, отдайте предпочтение винам или коктейлям, которые также можно приготовить самостоятельно. На безалкогольные напитки также есть некоторые ограничения. В год быка не стоит ставить на стол напитки с добавлением газа. Желательно, чтобы даже минеральная вода была негазированная.